Данное видео содержит скример. Я не несу никакой ответственности за последствия. Впрочем, никого это не остановит. Гейб. Гейб придумал Доту 2. Пробел. Двоичный код пробела 001000000. Вы тоже это видите? В этом коде есть две цифры. 2. Dota 2. Half-Life 2. Portal 2. DNR. DNR — это аббревиатура от Detroit. Нифига реструктуризации. Реструктуризации. Знаете, что это означает? Скорее всего, нет, так что давайте посмотрим в Википедии. Красный. Как красный связан с тем, что Гейб не любит цифру 3. Кажется, я знаю. Красный — это один из базовых цветов. Синий и желтый тоже базовые цвета. Синий и желтый есть на флаге Бразилии. В Бразилии любит футбол. Гейб в детстве играл в футбол. Совпадение ли? Я так не думаю. Но при чем здесь цифра 3? Это же очевидно. Играя в футбол, Гейба ударили мячом в жопу. А мяч — это окружность. Что будет, если поделить длину окружности на диаметр? Верно. Число π. А теперь давайте уберем последнюю бесконечность цифр числа π. Вы тоже это видите? Теперь мы знаем, что Гейб не любит цифру 3, потому что его ударили мечом в жопу.